Всем привет! Это видео шопинг, видео про японскую посуду. Для начала один из моих зимних образов. Сегодня я в юбке, редко хожу в юбках и платьях. Больше люблю брюки. Видно меня, конечно, не очень, но на мне пальто Zara, стеганая юбка какого-то местного японского бренда, аги коротенькие, ярко-розовые, и такие же в тон кожаные перчатки, ну, точнее, они замшевые. Кстати, возник сразу у меня вопрос, как же правильно говорить, аги или уги? И несмотря на то, что зима в Токио очень теплая, я из года в год здесь покупаю себе подобную теплую обувь. Этот дождливый день был еще в декабре. Собачка ждала хозяйку на улице, и та оставила ей раскрытый зонтик, чтобы она не промокла. Мы же тоже, взяв зонты, отправились на улицу Каппабаши. Это достаточно длинная улица между станциями Уэна и Осакуса, вдоль которой расположены магазины для ресторанов, магазины, где продается посуда, в общем, все связанное с кухней и ресторанами. Здесь один за другим располагаются около 170 магазинов. Такое количество заявлено в интернете, но когда мы здесь гуляли, это было совсем недавно, я заметила, что некоторые магазины закрылись. Раньше токийские рестораторы за кухонной утварью приезжали именно сюда, а сегодня все можно купить через интернет. Кстати, название Каппабаши происходит от имени японского водяного Каппа. Его изображение в разных видах можно найти везде на этой улице. Каппа – один из самых известных мифических героев Японии. Сказки о нем есть во всех регионах, и в зависимости от местности его внешний вид может меняться так же, как и имя разное может быть, но суть одна. Самое распространенное описание – это лягушачья кожа, вместо носа – клюв, иногда на спине – черепаший панцирь. Но все это может и отсутствовать в изображении этого водяного. Главное, чтобы на голове у Каппы было блюдце, наполненное водой, или что-то типа блюдца, может быть, форма головы такая. Вода в этой выемке дает Каппе сверхъестественную силу. Между тем, Каппа очень вежливый, и если ты боишься это существо, то необходимо с ним вежливо поздороваться и поклониться ему. Он обязательно поклонится тебе в ответ, вода выльется, и потом бояться Каппу уже и не стоит. Капп очень любит огурцы, поэтому всем известные японские роллы с огурцом называются каппа-маки. Каппа – очень занимательное существо, о нем есть разные интересные истории и очень много необычных, странных и интересных фактов. А это знаменитые японские ножи. Это один из магазинов. И подобных специализированных магазинов здесь несколько. Цена ножей в этом ряду от 400 до 1200 долларов. Длинные ножи слева – 1300 долларов. Ножи в красивых чехлах – 700-900 долларов. Не ножи, а самурайские мечи. Но профессиональные повара, и не только в Японии, предпочитают работать именно подобными ножами. Лично я не ас кулинарного искусства, и мне трудно оценить качество. К тому же у этих отменных ножей есть большой для меня минус. Они очень быстро ржавеют. Их нельзя ни в коем случае даже ненадолго оставлять влажными. Всегда нужно протирать насухо. Традиционные японские ножи производятся из более сложной твердой стали, и при правильном уходе такие ножи, в общем-то, никогда не тупятся. Это еще один магазин. Здесь был ассортимент пошире, не только ножи, но и ножницы, ложки, вилки и прочее. Кстати, этот магазин находился не в Каппабаши, это съемки из другого места, ну, подошло по теме. Здесь было не только японское производство, но и германское. Красная металлическая штуковина и две рядышком – это открывашки, которые очень нравятся поварам и очень удобно, если много банок нужно открывать такими открывашками. Говорят, что очень удобно пользоваться. Поварские ложки, половники, лопатки, а рядом разнообразные терки для дайкона, для васаби. Длинные палочки тоже для готовки. Чугунные чайники – это моя слабость. Очень хочется купить, начать коллекционировать. Они бывают разных форм, разных размеров, и все очень милые и красивые. Стоят они обычно от 50 долларов и выше. О,
Ну а мы снова на улице Каппабаши. Удобная улица для шопинга, потому что вдоль всей улицы здесь навес, и наши зонтики, которые мы взяли с собой, не понадобились. В дождь не промокнешь, а в жару будешь гулять потеньку. Очень много магазинов здесь традиционной японской посуды. Есть и западная посуда, но в основном, конечно, это японские мисочки, пиалы, тарелочки. Есть лавки, где продается только деревянная посуда. Очень нравится мне японская лаковая посуда, но снова непрактично, ведь в посудомоечной машине не помоешь. Так что я хитрю и покупаю пластиковые тарелочки. Японский пластик очень высокого качества и на вид выглядит, как будто деревянная лаковая посуда. Прохожу мимо изысканного магазина с дорогой керамикой. Таких магазинов на Каппабаши очень немного. Сейчас кадры из другого магазина, не с той улицы, где мы с вами гуляем, просто покажу японскую дорогую посуду. На Каппабаши продают посуду подешевле, ведь магазины в первую очередь предназначены для владельцев ресторанов, а им нужно что-то практичное и подешевле. Туда мы скоро вернемся и посмотрим посуду, которую предлагают там. А сейчас высококлассная японская керамика по соответствующим ценам. Тарелочка стоит $100. Хожу я, бурчу про себя, но очень красиво все. Зайдешь в подобный магазин и призадумаешься, может действительно потратиться, выпросить у мужа и купить красивую посуду. Но для такой красивой посуды и готовить нужно соответствующе. Я же готовлю обыкновенные блюда и, честно говоря, не очень это дело люблю, поэтому решили мы купить посуду в Каппабаши. Милую, уютную, домашнюю и не очень дорогую. А киты меня зацепили, заметили, снимала и снимала. Это подставочки под хаши, палочки для еды. Кутани – это такой вид японской керамики. Мне он очень нравится, очень красочный, колоритный. Судя по цветовой гамме и рисункам, это тоже кутани. По всему миру, насколько мне кажется, кутани не настолько известен, как фарфор, японский фарфор имари. Он сейчас снова в кадре. Ну а мы давайте вернемся на Каппабаши. Это магазин, который специализируется на плетеной посуде. В таких корзиночках обычно подают темпуру. А теперь несколько лавок с народной, назовем ее так, японской посудой. Эти тарелочки в первую очередь для соевого соуса, но можно использовать и для кленового сиропа. Многие лавки посуды на улице Каппабаши выглядят именно так. Очень много всего, узкие ряды, и если приходишь сюда с сумкой и рюкзаком, нужно быть очень осторожным. Я боялась что-то сшибить и разбить. А вот такие у нас есть, да? Это мы с мужем ходим и выбираем тарелки. Красочные блюда наверху – это знаменитый японский фарфор имари, который я уже упоминала. Средняя цена на тарелки здесь около $7, наверное. Ну, есть подешевле, подороже, в зависимости от размера. Я, как обычно, разглядываю подставочки для палочек. Эти ложки для блюд в основном китайской кухни очень прижились в Японии. Здесь очень много китайских ресторанов, и вообще китайскую кухню японцы любят.
керамические кастрюли для японского блюда набе. Ну, эти кастрюли так и называются набе. Эти горшочки для маринадов. В тот раз мы купили несколько видов тарелок, побольше, поменьше. Купили и керамические пиалы для риса. Кстати, прошло, наверное, меньше месяца. Нет, ну месяц уже прошел, несколько я уже разбила. Поэтому куда мне покупать тарелки по $100? Вот так по-простому, по-народному упаковывали в газетку нашу покупку. Но зато упаковывали очень надежно. Здесь прям захочешь уронить, не разобьешь. Рестораны здесь могут купить не только посуду, но и все необходимые мелочи, кстати, не только на кухню, но и в зал, и даже на улицу для рекламных целей. Что это за сковороды, котелки, не знаю. А здесь мармиты и просто кастрюли для продажи японского зимнего блюда оден. Отдельный магазин, где были выставлены только подставки под меню. Продавец стульев для ресторанов дремлет за шторкой. Здесь можно заказать муляжи своих блюд, можно купить и готовые. Все, что здесь продают, это пластиковая еда. Таких лавок здесь несколько. Эти создания муляжи и блюд – это еще и одно из японских хобби. Конечно, не так, чтобы очень популярное, но и для туристов, и для местных подобные лавки проводят мастер-классы по изготовлению муляжей. На сайте можно посмотреть расписание, выбрать интересующую тему или предмет, что хочется, куриную ножку сделать или салат, записаться и прийти. А это магазин, где продаются автоматы для заказа и оплаты блюд. Здесь то ли ремонтируют, то ли настраивают новые автоматы. Снова дождливые виды улицы. Сейчас переходят дорогу. И видите, улица, правда, очень длинная. Правильного названия этому не знаю, пусть будут кулинарные клейма. Их ставят на японских сладостях. Бывают в виде какого-то иероглифа, цветочков сакуры, веточки сосны или бамбука. В общем, основные традиционные сезонные мотивы. Ну, а также подобное клеймо можно сделать на заказ со своим логотипом. Вот так незаметно, буду надеяться, за разговором и прошло это видео. Обещанное продолжение стрит-стайла будет, я обязательно подготовлю. А на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели и слушали. Пока, до скорого!